Митрополит Воронежский, Лискинский и Сергий совершил освящение на купольных крестов, куполов и колоколов строящегося Никольского храма на территории Военно-воздушной академии. На торжественном богослужении присутствовал председатель Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев. Год назад глава Воронежской митрополии совершил освящение закладного камня в основании воинского храма. И вот теперь у стен возводимой церкви митрополит Сергий совершил освящение новосооруженных накупольных крестов, куполов и колоколов, подготовленных к установке. По прочтению уставных молитв архипастырь окропил священные предметы духовенства и молящихся святой водой. Обращаясь к собравшимся с архипастырским словом, митрополит Сергий поздравил всех присутствующих с совершившимся радостным событием. Правящий архиерей поблагодарил тех, кто трудится над созданием нового храма, так необходимого для духовной жизни учащих и учащихся в академии. Вы будете встречаться с различного рода проявлениями, когда этот нравственное ваше понимание и нравственный подвиг вам потребуется. И то, что вы здесь получаете в академии, в университете, я хотел бы вам пожелать, чтобы вы не забывали никогда этот храм. И приходили бы туда и в радости, и в горе, и черпали бы из него вот ту духовную силу, которая, безусловно, будет вам даваться щедрую рукою Господом Богом.